Разработка библиотеки элементарных функций с использованием многочленов Чебышева. Для начала зададим полиномы Чебышева индуктивно. То есть первые два полинома это у нас единица и x, и остальные определяются рекурсивным отношением. Все они определены на отрезке минус 1, 1. Удобнее нам будет работать со смещенными полиномами Чебышева, которые определены на отрезке 0, 1. И все наши элементарные функции достаточно гладкие, обладают другими достаточно хорошими свойствами, поэтому их можно будет раскладывать в ряды Чебышева. Мы запаслись такими функциями, как синус, косинус, арктангенс, экспоненты и логарифм 1 плюс x. И наша цель — сравниться с библиотекой C или попытаться обогнать ее в скорости вычисления этих функций. Собственно говоря, почему ряд Чебышева, а не ряд Тейлора? Как видно из графика, погрешность к концам интервала возрастает. Это объясняется тем, что из-за свойства многочленов Чебышева быть ортогональными, и из-за свойства того, что они имеют наименьшую абсолютную норму среди полиномов фиксированной степени, ошибка распределяется равномерно вдоль всего интервала, в то время как ряд Тейлора приближает только локально. И следствием этого является то, что нам понадобится меньшее количество слагаемых в ряду, и скорость ходимости ряда Чебышева будет больше. Ну, о проделанной работе это мы вот разобрались в теме, написали алгоритм для вычисления функций с использованием табличных коэффициентов ряда Чебышева на отрезке 0,1 и запрограммировали это. За последние два дня мы выяснили, сколько членов ряда будет необходимо для заданной степени точности. То есть, например, я работал с экспонентой, и мне где-то надо 12 членов ряда, чтобы достичь степени точности порядка 10-14. Ну и также мы с помощью линейной замены смогли расширить вычисления с интервала 0,1 на b. Дальнейшие задачи наши — это оптимизация кода. То есть мы хотим уменьшить количество членов, используемых в ряду, но тогда мы будем жертвовать точностью. Поэтому, чтобы не терять точность, мы хотим разбить интервал AB, не 0,1, тут ошибка, интервал AB на маленькие куски, и каждый маленький кусок отображает 0,1. Тогда у нас точность повысится, и нужно будет меньше членов в ряду использовать. При этом скорость будет больше. Также мы хотим реализовать все остальные идеи по ускорению вычислений, которые написаны в статье. Одни из них мы уже выполнили. Это вот мы реализовали алгоритм Кланшоу, который является обобщенным алгоритмом Горнера, и у нас складывание происходит быстрее. Но также мы хотим далее раскладывать в нуле именно с помощью ряда Тейлора, потому что все-таки в нуле относительная погрешность у ряда Чебышева очень большая по сравнению с абсолютной погрешностью. Поэтому, естественно, в нуле используют все-таки разложение в ряд Тейлора. Ну а далее в концовке мы вот хотим тесты написать и все запустить на самих процессорах Huawei. Это все. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, давайте начнем с вопросов. Как всегда, преимуществом у нас пользуются в начале участники, студенты, аспиранты, магистранты. Давайте, если есть, мы вас внимательно слушаем. Можно вот для понимания вопрос один? Вот на следующем же слайде было разложение функции в ряд. И что такое Т со звездой?
Ну, это смещенные полиномы Чебышева, которые определены над. Ну, то есть... А, все, видимо, быстро пролисталось, я не заметил. Все, извиняюсь. Нет, ну почему же? Хороший вопрос. Вы не поняли, вы спросили. Все в порядке. Пожалуйста, еще вопросы. В идеале все должны что-то для себя унести с каждого доклада. Спрашивайте, не стесняйтесь. То есть, насколько я понимаю, каждый из команды взял себе какую-то функцию? Mm-hmm. Да. Потому что с каждой функцией надо работать индивидуально. Распространять на весь интервал АБ там по-разному надо для каждой функции. Коэффициенты все разные. Где-то даже выгоднее раскладывать не на 0,1, а на минус 1,1. Ну, то есть, каждой функции нужен свой подход, и одному работать над теми будет довольно трудно. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, как вы балансируете между скоростью и точностью? Ну вот, мы сначала добивались только точности. Ни на что не смотрели, добились точности. И сейчас наша дальнейшая работа над скоростью. Мы хотим уменьшить количество членов ряда, которые используются для вычисления. То есть у нас будет меньше сложения, меньше умножения, значит, скорость вычислений будет больше. А это мы хотим уменьшить количество членов ряда, мы хотим с помощью разбиения нашего интервала АБ на очень маленький кусочек. Спасибо. Хорошо, еще, пожалуйста, спрашивайте. Можно еще раз показать следующий слайд? Этот? Этот слайд или следующий? Все нормально. Ладно. Так, вопрос разрешился. Отлично. Еще вопросы? А вот разбиение интервалов на более маленькие планируется как-то равномерно или адаптировано под функцию? Пока даже не знаю. Ну, в статье предлагается разбивать на интервалы длиной 1 делить на 2 в степени k, где k – произвольное число, которое надо подбирать. Но вот это разбиение может не уложиться в наш АБ, поэтому, возможно, где-то используют равномерное. И где будет лучше сравнить, но пока работа не проводилась. То есть разбиение на межмодуле планируется. Просто, например, экспоненту можно красиво там отрезок разбивать по какой-нибудь геометрической прогрессии. Если там, допустим, x равен 20, она сильно взлетает. Но это уже так, скорее комментарий. Хорошо. Спасибо. Хорошо, еще вопросы? У меня такой вопрос. Скажите, вот если вам придется аппроксимировать функцию с резким скачком, скажем, арктангенс от 1000 х, какой из этих методов будет как бы более оптимальный? Или лучше вообще чем-то другим пользоваться? То есть видите, у вас функции все достаточно ровненькие, гладненькие такие, плавненькие. Да. А если там будет где-нибудь скачок резкий, да, то как бы его и Тейлором трудно аппроксимировать, ну и, наверное, Чебышами. У Чебышева та же проблема, что у Тейлора. Остаточный член ряда оценивается через производную, в том числе n-ую производную. Если у нас производная, ну то есть рост функции резкий, значит производная большая, очень большая, то у нас членов ряда нужно больше. То есть бессмысленно пользоваться любым из этих методов, надо чем-то другим пользоваться, да? В смысле, каким из этих методов? Ну, Тейлором или Чебышевыми. Вот если у вас такая задача, что у вас в задаче встречаются функции с резким скачком, и вам говорят, вот надо как-то их аппроксимировать. Нет, просто нужно понадобиться чего-то добавить, членов ряда, интервалов, чего-нибудь из этого. Окей. А вот у меня общий самый такой вопрос, можно я задам? А почему в целом, вот, чем вот, ну, многочлены Чебышева, да, это как бы ну, нормированная система там, многочленов на интервале, а чем они предпочтительнее каких-нибудь других известных классических тоже нормированных систем многочленов? Ну там вот коэффициенты, может, у них у Тентова проще вычисляются или что? Есть же другие какие-то системы, там, типа, многочлены Эрмита там, и так далее. Вот.
То есть какая-то идеология, может, для конкретных вот этих функций это... Я читал, вообще есть просто, есть такое понятие, как наилучший многочлен, там, который вытекает из теорем Вейерштрасса, и, по сути, они лучше аппроксимируют, но их сложность нахождения очень большая, а вычисление полинома Чебышева намного легче. При этом выигрыш совсем небольшой дают. И там были в книгах как рекомендации лучше идти через полиномы Чебышева. Ага, ясно. Ну, то есть это известный такой как бы вот... Да, это было помечено в книге. Ага. Денис, переключите на слайд там, где картинка имеется. На картинке хорошо видно, что кое-где что у нас полиномы Чебышева действительно имеют наименьшее абсолютное отклонение. За счет этого получается такая гладкость. Это преимущество полиномов Чебышева у нас имеется. Ну и по поводу вычислений, они, конечно, вычисляются несложно, но де-факто мы их даже не вычисляем. Мы вычисляем сразу сумму. Можно спросить, а как, ну вот ради интереса, какое самое большое число вы раскладывали в ряд для какой-то функции? Ну, так, просто интересно. Ну, я считал экспоненты в десятый только. И, ну, там хотя бы целое число совпадало. Но дальше не запрыгивал. Про других не знаю. Так, замечательно. Еще вопросы, пожалуйста. Позволите. У меня есть занудский вопрос. Давайте, Дарья Викторовна, пожалуйста. Я была научена, что Пафнутия Львовича фамилия была Чебышев. И даже существуют архивные записи того, как он сам объясняет, что его фамилию произносить нужно как Чебышев. И там в связи с правилами русского языка просто его фамилия вот стала писаться через букву «Е». А, ну, как бы он Чебышев. Я не знаю. Ну что, это важно? Спасибо. Ну, просто... Да, спасибо. Тут нужно сказать, в чем вопрос-то? В чем? Все знают, что Чебышев. Запрос в том, что вот если бы Тимура Ринатовича, например, называли не фамилию, говорили бы, что он не Насыбулов, там, не знаю, какой-нибудь... Сковеркали бы его фамилию. Мне кажется, он бы мог разговаривать этому человеку. Я с вами согласен, это была шутка. Вы просто сказали, сейчас будет занудский вопрос, а сказали совершенно не занудскую истину. Да, мы многие узнали, а кое-кто и вспомнил просто. Спасибо большое. Будем более грамотными. Давайте теперь выпустим, наконец, на сцену Тимура Ринатовича, пожалуйста. У меня один вопрос. С самого старта. Вы говорите, мы хотим приблизить полиномами Чебышева 4 функции. Ну, я как считаю, что все функции... 5. Важны. 5 функций. Но я считаю, что все функции важны. Вот почему именно эти функции вы выбрали? И все. Ну, во-первых, они раскладываются в ряды хорошо. Арктангенс вообще часто где встречается в математике. Ну и это элементарные функции. Надо хотя бы их сначала сделать. Больше не знаю. Как я есть. Правильно понимаю, что это даже не вы выбирали, а вам была так задача сформулировать над Ховой? Да, да, да. Ну, там можно было взять другие тоже элементарные. Есть тангенс, там арксинус, но мы разобрали вот эти. Ринатовичу вопрос. Тимур Ринатович, вы когда инженерный калькулятор старенький в руки берете, то там вы что видите? И почему это вы там видите именно синус, косинус, экспоненты, логарифм, а не какой-нибудь там многосложную функцию, которую вы любите так же, как экспоненту? И я вас понимаю в этом. То есть... Давайте я отвечу на ваш вопрос. Как известно в логике, если есть импликация, а следует б, если А ложно, то Б может быть всем чем угодно. Вот когда я беру в руки инженерный калькулятор, это уже ложное утверждение, поэтому я там вижу все функции, потому что я никогда не беру в руки инженерный калькулятор. Никогда не брали? Брал, конечно, когда ЕГЭ писал.
Ну ладно, очень интересная дискуссия, может, ее позже продолжим. Если у кого-то есть желание, давайте еще один последний вопрос или комментарий, и будем продолжать. Пожалуйста. У меня вот есть вопрос более математический, если можно, да, сейчас, если нет. Пожалуйста. Хорошо, вот смотрите, вы сравниваете приближение многочленами Чебышева и разложение в ряд Тейлора. А вот... Нет, мы сразу пользуемся разложением в ряд Чебышева. Да, вы сразу пользуетесь. Я имею в виду, что когда вы, скажем так, мотивацию вашу рассказываете, вы рассказываете про то, что ряд Тейлора неэффективен, давайте что-нибудь сделаем получше. У меня такой вопрос. Есть еще разложение в ряд Фурье, например. Там используются синусы, косинусы. То есть, конечно, без синусов и косинусов нельзя ничего сделать. А можно, вот не пробовали вы, не задумывались ли, или нет ли у вас такой цели приблизить многочленами Чебышева только синусы и косинусы, а потом в ряд Фурье разложить? На самом деле... Как мы знаем, что полиномы Чебышева еще имеют вид косинус от n на косинус x. И по сути, разложение в ряд Чебышева — это замаскированное разложение в ряд Фурье, только где произведена замена. Нет, вот это неправда. Там-то ряд из синусов, косинусов идет. Косинусы, но... косинусы — это многочлены прям идут, это многочлены. А ряд Фурье — там разложение по синусам и косинусам идет. Но мы же замену делаем, и она нелинейная, и она нас кидает на многочлены. Схема все равно очень близкая. Даже коэффициенты вычисляются таким же интегралом, какой, в ряде, какой используется при вычислении коэффициента Фурье. Ну да, но там-то суть в том, что мы это приближаем многочленами, а там уже функциями. Нет, конечно, но это похожие вещи на самом деле. Ну да, да. Но опять же, ряд Фурье реализовывать бессмысленно, потому что он реализован практически в любом калькуляторе. Большинство калькуляторов, как я понимаю, считают именно ряды Фурье. Даже не Тейлора, а Фурье. Поэтому... А вот найти калькулятор, где реализован через полиномы Чебышева,